Ну вот, приехали за колбой. А тут опять у нас снежок выпал. Зима немножко пришла к нам в края. Трактор ремонтирует дорогу. Едем на север. Сколько проехали, чуть-чуть еще. Тут еще больше снегу. Но в самом-то лесу поменьше, нахуй, чем вот тут на краях. Ну вот, не прошло и часа, и снежок почти весь растаял. Ну почти, но еще есть. Вот ходили под елочками, брали маленько колбишки. Там не так много было снегу, а на той стороне он еще навалом. Там тоже есть. Но мы же не поехали дальше. Чем дальше в лес, тем больше снегу. Ну, здесь так вот красиво. Вымокли, капает сверху. Ну, сейчас уже точно нету снегу на этих, на елочках, на пихточках. Ладно, пойду собирать. Вон уже сколько нас насобирал. Пакет. Ну, все нехорошо. Быстро что-то рвется, потому что холодно. Надо шевелиться как-то. Пойдем дальше. Сергазы собирает колбу, меня кричит: иди сюда. А тут вот работает, короче, парнишка, работает. Ну, не только он работает, тут еще вот работает. Вот где труженики-то. Сколько их тут много, этих муравьев. Вот еще. Просто они пашут. Все растаяло, но ветер дует. Все растаяло, ветер дует, тучи гонит, холодно. Короче, в перчатках вот этих вот, руки прямо колели у меня. Может, у кого-то и не мерзнет, у меня мерзнет все. Не холодно. Хотел костер забодяжить. Ну, а вот как вы думаете, что тут не забодяжился-то он? А спичек не взяли. Ну все, и там в северу тоже растаял. Все, пошел я к Сергузу. Там, говорит, крупное у него, что ли. Ну, пакетик-то я уже нагреб. Ну, что думали, это просто лаем, что ли? Вон пакет еще у меня какой уже. Колбище. Ну, ее продадим. 10 тысяч на 3. Птички запели. Конюки еще орали.
Вот они. Легкие на помине. Тут ключик берет начало где-то вот здесь вот. Блять, Толян, эти упали, блядь. Неохота вставать. Да, сиди. Елочки, сосеночки, пихтушечки. По две макушечки за раз. Так охота вниз сбегать, но потом подниматься, как подумаешь, так неохота. Березяка, как ее повело-то. Но это еще не сильно загнутая. Береза это. Ну вот, ребята, наш урожай. Вот такой мешочке ядреном. И вот в этом пакетике. А что я стал в пакет складывать, даже не знаю. Ну вот, заходили вот здесь. Здесь все в снегу было. А сейчас уже все, снега нет. Кондыки ожили. Все цветет. Все хорошо здесь. А где мы были-то? Были мы где-то вот там. Вот вниз, через гору. На гору, короче, и вниз туда где-то. Где-то там далеко были. А еще вон куда можно сходить. Ну это, ху-ху, просто так выгуливаться тоже резона нет. Вот тоже у меня мешочек есть. Так что. Ну вот и все, навыгуливались. Нам осталось тут 5 минут ходьбы. Время 2 часа. Но поднимались минут 40, наверное. А идешь, а она крупная попадается. Вот как ее мимо проходить? Когда мы начнешь собираться, так начинается все хорошо. А так бегаешь, бегаешь, ищешь, ищешь, вроде ничего нет. Ну, всем пока, всем до свидания. Всем здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дизлайки, комментируйте. Всем пока.